канала. Это видео будет о древних, ну, можно назвать так, закрытых проходах, древних туннелях, которые закрыты, пещеры. Часть из этих проходов, скорее всего, что природного происхождения, это какие-то природные пещеры, заваленные камнями. Часть это дело рук людей, которые заложены, какие-то, может, погребальные комплексы, которые заложены. А часть, кто его знает. Координаты многих этих мест мне неизвестны. Часть информации я взял с Facebook, нашел на Facebook. Часть лично сам искал по всему интернету, где только мог найти хоть какую-то информацию. И если я буду знать координаты этого места, я укажу координаты этого места. Все остальное об этих местах вы видите дальше видео. От себя хочу добавить, что есть очень много мест на Земле, где так называемые погребальные комплексы, которые имеют такие специфические ниши, выдолбленные в монолитной скале, которые никуда не ведут, согласно официальной версии. Ну, скорее всего, что так оно и есть. Монолитная скала. И люди поклонялись этим местам, как к какому-то переходу в загробный мир. Очень много таких мест в Анатолии. Очень много подобных ниш в Перу. Ну и на Ближнем Востоке ханаанские гробницы, либо ханаальские, так называемые погребальные комплексы, финикийско-ханаанские. Ну и в других местах. Все остальное вы видите дальше видео. Я покажу, насколько я смогу собрать как можно больше этих фотографий из разных мест. Постараюсь изо всех имеющихся сил. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Все остальное вы видите дальше.
Thank you.
thanks for everyone who helps for my YouTube channel. Thank you for watching this video.